Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Уже не секрет, что скорость исполнения нашего изделия зависит не только от вязальной машины, она свяжет быстро. Скорость зависит от того, как быстро мы можем работать руками, например, выполняя пересадки декером. Если обратить внимание на игольный ряд, вот на рабочие иглы, видно, что часть язычков на иглах открыта, часть закрыта. Просто машина проехала, какие-то язычки задела, какие-то нет. Что-то открыто, что-то закрыто. И когда нам нужно выполнить, например, декерную пересадку, я должна надеть декер многоигольный на иглы. Какие-то иглы открыты, какие-то закрыты. И мне, чтобы их открыть, приходится либо доставать иглы вперед. Я точно знаю, что при таком способе они откроются. И могу теперь пользоваться и выполнять. Видите, на одну иглу даже не наделся декер, потому что язычок был закрыт. И возвращать обратно. То есть это занимает какое-то время. Есть способ гораздо более простой и удобный. Часть игл закрыта, часть открыта. У меня есть приспособление. Клапан-открыватель. Он входит в комплект машины Нева-2, Нева-5. Если вы хотите иметь такой же клапан-открыватель, вы можете заказать его у нас на сайте. Если вы не хотите оплачивать подобную конструкцию, вы можете сделать его сами. Данный клапан-открыватель я выполнила вот только прямо сейчас из бумаги и обмотала его бумажным скотчем. Как работает профессиональный клапан-открыватель? Мы проезжаем по всем иглам, у нас все иглы открыты. Если же у нас самодельный клапан-открыватель, мы делаем то же самое. Берем уголок, проезжаем по всем иглам, иглы открыты. Главное не торопиться. И теперь я совершенно спокойно могу делать пересадки. У меня все иглы готовы к работе. Я могу их пересаживать без проблем. Казалось бы, экономия несколько секунд, но на всем изделии это выливается в достаточно большое количество освобожденного времени и эмоций, потому что нам не приходится тыкать несколько раз декером и портить себе нервы. Если вам хочется иметь такой же клапан-открыватель, заказывайте его у нас на сайте Изба-вязальня, либо выполняйте его самостоятельно из бумаги, картона, из деревянной линейки, из чего угодно. И берегите свое время, берегите свои силы. Если вам было полезно это видео, если оно вам понравилось, нажмите, пожалуйста, нравится, поделитесь с друзьями. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. Приходите обязательно на наши бесплатные посиделки по вторникам и четвергам. И ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Ваша Наталья Некрасова.